южной части Уфы появится 4 новых квартала. Проект застройки утвердили в мэрии столицы. Проектируемая территория находится в границах улиц Ленина, Коммунистической, проспекта Салавата Юлаева, Пушкина, Цурюпа и Октябрьской революции. В документе указано, на этих участках расположено более 100 объектов культурного наследия, многоквартирные жилые дома, детский сад, дом физической культуры и спорта «Буревестник», здание педуниверситета и пожарная часть. Считаю, что данный проект является долгожданным и очень своевременным. Накануне юбилея нашего города Уфы уверен, что это будет благоустроенное, современное, безопасное место притяжения для жителей и гостей столицы Башкортостана. По проекту в центре Уфы возведут новый культурный центр, спортивный комплекс, оборудуют пешеходную зону. Также там построят начальную школу, 2 детских сада, детский досугово-образовательный центр и многое другое. На сегодняшний день планируемые кварталы плотно застроены, но объектов социальной инфраструктуры не хватает. Примерно 10% жилого фонда относятся к ветхому и аварийному жилью.